Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами из студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Сегодня в программе «Мир вспоминает жертв массового убийства армян в Османской империи». Михаил Касьянов передал конгрессменам список российских медиаперсон, против которых оппозиция предлагает ввести санкции. И 70-летие встречи американских и советских войск на Эльбе. Интервью с автором знаменитой фотографии. Начинаем с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. 100 лет после трагедии. Миллионы цветов, вечный огонь и слезы на глазах сотен тысяч армян. 24 апреля 1915-го – начало массовых убийств и депортаций армян в Османской империи. Прибывшие в Ереван лидеры почтили память погибших. В формулировках были осторожны. Армения и еще более 20 стран называют трагедию геноцидом. Турция этот термин считает преувеличением, объясняя жертвы войной. Турецкие источники сообщают о 300 тысячах погибших, армянские – о 1,5 миллионах. Их армянская церковь накануне канонизировала, признав мучениками. Как сегодня живется в Турции потомкам армян, кому век назад удалось спастись? Раньше людям приходилось скрывать свое происхождение, сейчас свобода слова в этом вопросе больше. Однако тема массовой гибели и разницы исторических трактовок по-прежнему сложный и болезненный вопрос. Чтобы лучше понять это, достаточно услышать буквально несколько историй. Арам Хачикян приходит в церковь святого Герагоса помолиться в одиночестве. Арам – один из представителей христианской общины города Диярбакыра на юго-востоке Турции. Как и большинство христиан в Диярбакыре, Арам – этнический армянин. И долгое время его семье приходилось скрывать свое происхождение. Я армянин, мой сын армянин, и мой внук тоже. В 1915 году мой дед принял ислам. Если бы он этого не сделал, у него не было бы шанса выжить. Те, кому удалось спастись, как деду Арама Хачикяна, приняли ислам и ассимилировали. Некоторых вырастили приемные родители в мусульманских семьях. Потомков выживших в Турции до сих пор зовут скрытыми армянами. Их история остается тайной, иногда даже внутри собственных семей. Армен Демирчан, еще один житель Диярбакыра, говорит, что узнал о своем армянском происхождении уже взрослым, после смерти отца. После этого он сменил имя на армянское. Дети Армена стараются не думать о своих корнях. У меня 2 сыновей и 2 дочерей. Семья не хочет, чтобы я искал информацию о своем происхождении. Они говорят, что они курды и не хотят ворошить прошлое, чтобы не подвергать себя опасности. На протяжении десятилетий в Турции замалчивались массовые убийства 1915 года. В результате многие этнические армяне, проживающие на территории Турции, вынуждены были скрывать свое происхождение. Однако в последнее время турецкие власти налаживают отношения с армянским меньшинством. Полное признание наследия Османской империи в Турции – тяжелая тема. Быть страной, ответственной за геноцид, означает признание не только исторической и моральной ответственности, но также юридической и финансовой. Например, выплатить компенсации потомкам армян, погибших во время массовой депортации. В 2010 году в церкви на острове Ахтамар прошла первая за почти 100 лет служба. Церковь восстановили и отреставрировали на средства, предоставленные правительством Турции. Многие армяне, живущие в Турции, говорят, что в последние годы атмосфера секретности исчезает. Турция сегодня не та, что была раньше. Многое изменилось. Последние 10 лет люди могут говорить в открытую. Раньше никто не мог говорить. Люди боялись. Шаги Турции к примирению многим кажутся недостаточными, но настроения в обществе постепенно меняются. Использование слова «геноцид» больше не ведет к юридической ответственности. Свободы слова в этом вопросе стало больше. Пока граница между Турцией и Арменией остается закрытой. Армяне по всему миру призывают признать события 1915 года геноцидом. Официальная Анкара пока не готова пойти на этот шаг. Передаем слово Вашингтон. В США сегодня также вспоминают массовые убийства армян. Наташа. Да, Сергей, и одним из самых сложных вопросов остается действительно юридическое определение этой трагедии даже 100 лет спустя, даже в США. Многие американские штаты официально признали массовое убийство армян геноцидом. Также считают многие сенаторы и конгрессмены, однако Белый дом избегает использования слова «геноцид» при описании данных событий. Тему продолжат Шерон Бэйн и Алексей Березин.
Начиная с 1915 года, по указанию турецкого правительства, более миллиона армян были убиты, отправлены на смерть или умерли от голода. Для армян в США эти массовые убийства – определяющий момент и важнейший политический и культурный вопрос. Эту травму армяне не забывали никогда, говорит профессор Рональд Суни. Это стало частью их природы и самоидентификации. Я думаю, неизбежно, что армяне так концентрируются на этой проблеме, так же, как, например, евреи во всем мире относятся к Холокосту. Конгрессмен Роберт Долд из Иллинойса в этом году снова выступил с призывом к официальному Вашингтону признать массовые убийства армян геноцидом. Мы должны признавать ужасы прошлого, если надеемся избежать их в будущем. Но для армян, живущих в независимой Армении, более важным становится нормализация отношений с Турцией, считает Дэвид Поллок, старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики. У них общая граница, у них множество потенциально общих политических, экономических и других интересов, и этот вопрос становится своего рода препятствием на пути к нормализации отношений. Так что при всем огромном уважении к чувствам, исторической памяти и претензиям, я думаю, тут может быть что-то вроде конфликта интересов между армянской диаспорой и армянами, живущими в Армении. Вопрос об использовании слова «геноцид» стал таким острым и политизированным, что отвлекает внимание от укрепления связи между Турцией и Арменией, полагает Томас Девал, старший научный сотрудник фонда Карнеги. Вы начинаете обсуждать историю, убийство, может, в конце концов приходите к слову «геноцид», но сейчас слово «геноцид» настолько все отравляет, что на нем разговор сразу же и заканчивается. Вы не можете начать разговор со слова «геноцид». Власти США признали, что 1,5 миллиона армян были зверски убиты или отправлены на смерть. Но представитель Госдепартамента Мари Харф так и не использовала слово «геноцид». Президент и другие представители высшего руководства страны неоднократно признавали исторический факт и оплакивали жестокое убийство и отправку на верную гибель 1,5 миллионов армян на закате Османской империи, заявляя, что это полное, откровенное и справедливое признание фактов соответствует нашим всеобщим интересам. На юго-востоке Турции жители города Диярбекир, населенного преимущественно курдами, приходят к примирению с собственным прошлым. Армянам здесь снова рады. Родители Декранухи Чакарян уцелели в годы тех зверств. Декранухи живет в Вашингтоне и говорит, что молодые турки даже не знают о тех массовых расправах. Они не знают. Так что, знаете, я их прощаю. Что бы тогда ни случилось, это уже случилось. И мы выжили. Те, кто уцелели, уцелели с Божьей помощью. Но что вы можете сделать? Все это теперь уже история. Другая тема. Бывший премьер-министр России, ныне сопредседатель партии «Народной свободы» Михаил Касьянов передал американским конгрессменам список представителей российских СМИ, на которых российская оппозиция предлагает распространить действия закона Магнитского, который предусматривает визовые и финансовые санкции. Об этом политик рассказал в эксклюзивном интервью нашему корреспонденту Александру Панову. Михаил Касьянов против революции. России их видела предостаточно, заявил политик на встрече в Вашингтонском совете по иностранным делам. Кто-то называет его самым успешным премьером в истории России, апеллируя к рекордным цифрам экономического роста и успешному проведению реформ в начале 2000-х. Сопредседатель РПР Парнас передал в Конгресс список из 8 фамилий представителей российских федеральных СМИ, которых оппозиция предлагает включить в санкционный список в рамках действия закона Магнитского в соответствии с разделом 404А «Грубые нарушения прав человека», в данном случае подстрекательство к расправе над Борисом Немцовым. В документе содержатся конкретные примеры и цитаты, переведенные на английский. Руководители Комитета по иностранным делам Палаты представителей Эд Ройс и Эллиот Энгел, неделю назад проведшие слушание, посвященное информационной войне Кремля против Запада, сенатор Роджер Уикерс, председатель Хельсинской комиссии Конгресса и другие законодатели с пониманием отнеслись к инициативе, объяснил Касьянов, несмотря на то, что в Штатах первая поправка Конституции защищает свободу слова. Но мы их не называем журналистами вообще, иначе мы бы не вставляли в список, который мы хотим, чтобы был включен в так называемый акт Магнитского, поскольку эти 8 человек, которые сегодня мы передали законодателям здесь, на Капитолийском холме, эти 8 человек являются пропагандистами. Они не имеют ничего общего с журналистикой. Законы не работают, и никто не собирается этих людей привлекать к ответственности, включая подстрекательство де-факто к убийству Немцова.
Реакция в Москве была бурной, не только фигурантов списка. Депутаты и прокремлевские активисты предложили ответные санкции. Лишить бывшего премьера российского гражданства и запретить Парнасу участвовать в выборах. Ну, я просто вижу, что это истерия. Это означает, что мы делаем все правильно. Это признание того, что мы совершенно точно обозначили болевые точки этой всей системы. А то, что сегодня нет в парламенте ни одного свободного политика, кроме Дмитрия Гудкова, это факт. Тем не менее, российская оппозиция в очередной раз объединяется. Касьянов, Навальный и другие. И готовы идти на выборы, несмотря на то, что всех недовольных в сегодняшней России немедленно причисляют к пятой колонии. Несмотря на реалии российских выборов, которые, в случае, если на них оппозиционеров пустят, заканчиваются подсчетом голосов в ведомстве председателя Центра избиркома Чурова, которого Дмитрий Медведев, бытность президентом, откровенно назвал волшебником. Вопрос свободных выборов является единственным инструментом регулирования этой ситуации. Или другой вариант – продолжать истерию, продолжать, скажем так, пытаться изолировать, я не говорю уже там, скажем, посадить в тюрьму или что-то еще, пытаться сжимать дальше пространство, будь то гражданское общество или демократическая оппозиция в частности, и тогда, конечно, это нас ждут трагические времена, и рано или поздно ситуация решаться будет другим способом, не через конституционные способы, какими является выбор. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. Представитель Госдепартамента Мари Харф отвергла заявление Министерства обороны России о том, что США направили военных инструкторов в Восточную Украину. Харф подчеркнула, что они присутствуют лишь в западной части Украины по приглашению правительства страны. Она также резко прокомментировала заявление Москвы о том, что Соединенные Штаты, отправляя своих военных в Украину, нарушают соглашение о прекращении огня. Цитата: «Украинской стороной достигнут прогресс в том, что касается выполнения условий Минского соглашения. Я не припоминаю, чтобы мы ставили свою подпись под минскими договоренностями. Россия это сделала, но не выполняет свои обязательства». Конец цитаты. Надежде Савченко в Москве вынесли окончательное обвинение. Продолжат коллеги в Праге. Сергей? Да, Наташа, судя по обновленной редакции обвинения Следственного комитета России, к пособничеству в убийстве двух журналистов ВГТРК добавлено незаконное пересечение границы России. Защита украинской летчицы утверждает, ее незаконно задержали на территории именно Украины и позже перевезли в Россию, а гибели журналиста ВГТРК она никакого отношения не имеет. И другие темы. Завершается визит Александра Лукашенко в Грузию. В Тбилиси белорусского лидера ждали долго. Его визит МИД страны анонсировал еще в прошлом году. С того же времени грузинские политологи начали выстраивать всевозможные схемы закулисной части переговоров. От специальной миссии по просьбе Кремля до желания Минска стать ближе к Европе. Но факт остается фактом. За 20 лет своего правления Лукашенко с официальным визитом прилетел в Тбилиси впервые. Прилетел традиционно с сыном. Официальная часть приезда белорусского лидера началась с возложения венков памятнику неизвестному солдату. «Я отдал дань уважения воинам из Грузии, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны, освобождая Белоруссию», подчеркнул Лукашенко во время встречи с президентом Грузии. Он же сказал фразу, которая была по достоинству оценена ценителями дипломатического языка. «Ни разу не был в Тбилиси, ну, фактически не был в Грузии, кроме Сухуми в советские времена». Сказанное было услышано. И все от президента до премьер-министра и католикоса, патриарха страны, не раз поблагодарили президента Беларуси за политику непризнания оккупированных территорий. И второе. Минск и Тбилиси вполне могут в свою пользу использовать коммуникационный ресурс друг друга. «Я абсолютно согласен. Действительно, мы должны использовать ресурс того, что экономические связи Беларуси углубляются с таможенным союзом, а мы идем в сторону Евросоюза. Мы должны дополнять друг друга». В целом визит оказался очень насыщенным. Было подписано свыше десятка межправительственных соглашений. Лукашенко посетил сегодня Яджарию, где также провел ряд встреч с местным руководством. Обсудил вопросы межрегионального сотрудничества и туризма. Ну а вечером, после завершения официальной части визита, его ждет насыщенная культурная программа.
И теперь в Россию. Еще недавно они считали себя счастливчиками. Трудятся на крупном госпредприятии для нужд космоса и военных. В России это работа мечты. Стабильно, надежно. Но все изменяет кризис. Теперь рабочие некогда секретного предприятия ЗЭП, до сих пор закрытого города Новоуральск, без пяти минут безработные, причем с перспективой никогда не вернуться в профессию. О сокращениях уникальных кадров моя коллега Екатерина Пономарева. Заводчане обслуживали лунную программу, космические корабли, военно-морской флот. И вот в марте этого года их главный заказчик, Министерство обороны, впервые за десятки лет отказалось от заказа. На его оплату у военных, на удивление, нет денег. А у предприятия теперь нет средств на то, чтобы сохранить уникальный коллектив. Потерять сейчас работу, когда в округе нет работы, и это да, это удар. Было последнее собрание, наш генеральный директор сказал, что мы сохраним кости, значит, мясо потом нарастет. Ну, мясо-то резать по-живому ведь больно. Это же живые люди. Кажется, только рядовых рабочих и заботит, что навсегда будут утеряны их уникальные навыки. Высокое начальство корпорации от общения с журналистами отказывается, так же, как и Минобороны. Правительство Свердловской области о проблемах предприятия знают, но помочь никак не могут. Безработица на Урале, который всегда считался опорным краем державы, после резкого падения рубля только растет. Я скажу не только для Новоуральска, а для всех городов Свердловской области. Это достаточно как бы напряженная и опасная ситуация, тенденция. У нас 164 предприятия, которые попадают или где трудовые коллективы попадают или под сокращение, или под неполную занятость. Единственный шанс для сотен рабочих ЗЭПа не остаться без работы, если Росатом или правительство даст взаймы Министерству обороны на оплату заказа. Люди писали и президенту с просьбой сохранить уникальный коллектив, но пока тишина. Буду искать работу, как у всех людей нашего города, ипотека, дети, двое детей у меня. В документах, которые получили работники завода, их последним рабочим днем указано 15 мая. И это точка невозврата не только для десятков семей, но и для огромного предприятия с уникальной производственной историей. Екатерина Пономарева, для настоящего времени. И вновь передаем слово в Вашингтон коллеге о важной исторической дате. 70 лет встречи на Эльбе. Наташа, эфир ваш. Да, Сергей, завтра, 25 апреля, исполняется 70 лет со дня знаменитой встречи на Эльбе. Наш корреспондент Ануша Витисян встретилась с автором исторической фотографии, на которой изображено рукопожатие американских и советских солдат. Об этой встрече американцев и русских сняты фильмы, написаны книги и рассказаны истории. Однако единственное свидетельство легендарной встречи союзников Красной Армии и Армии США на реке Эльба – вот эти фотографии. Их автор – ветеран американской армии русского происхождения Игорь Белоусович, тогда капрал 69-й пехотной дивизии. Вот он, бравый солдат. Ну вот видите, у меня гранаты, немецкий пистолет, бутылка хорошего немецкого вина. Игорь Белоусович называет встречу на Эльбе символом победы союзников во Второй мировой войне. Историческое событие произошло 25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау. Войскам Красной Армии был дан приказ остановиться у Эльбы. Американцы заняли позиции у реки Мульде. Кто-то в командовании полка вспомнил, что в такой-то роте есть как будто русский. И меня вызвали туда, и таким образом, довольно случайно, я очутился членом этого патруля. Другая случайность. У Игоря Белоусовича в кармане оказался маленький фотоаппарат. Это оказался единственный на патруле. И в течение дня я сделал серию фотоснимков, которые стали не только историческими, но уникальными. Фотография, на которой советские и американские лейтенанты пожимают друг другу руки, в считанные часы обошла издания всего мира. Москва салютовала встрече в Торгау. Торжества прошли на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Белоусович вспоминает свою быструю и простую историю встречи. И мы там встретились, пообщались, они нас накормили,
Мы провели там ночь. Они не только докормили нас, но и напоили. Так что на следующий день у меня здорово болела голова, я это помню. Игорь Белоусович называет себя русским американцем. Он всю жизнь посвятил изучению американо-российских отношений. Был первым секретарем политического отдела посольства США в Москве. Встречался с советским руководством и диссидентами. Много лет работал в Госдепартаменте. Сегодня ветерану 92 года. Все последние годы он принимал участие в торжественной церемонии возложения венков к памятному знаку «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном, где похоронены многие его однополчане. В мае Игорь Белоусович собирается в Москву на Парад Победы. Тему Второй мировой войны продолжат коллеги в Праге. Сергей. Программа «Настоящее время» начинает цикл рассказов, посвященных событиям Второй мировой, произошедшим на территории нынешних Чехии и Словакии. Сегодня пражский историк и публицист Ефим Фиштейн отправляется на место покушения на ставленника Гитлера в Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха. В марте 1939 года вот эти места божественной красоты, сегодня полные иностранных туристов, выглядели совершенно иначе. Стояла слякотная, холодная весна, и по Нерудовой улице, а потом и по старой дворцовой лестнице в Пражский град поднималась колонна немецкой бронетехники. Эта германская армия оккупировала то, что оставалось из Чехословакии. В Пражском граде войска встречал Адольф Гитлер, и с балкона Пражского главного дворца, где тогда развивалась уже свастика вместо стандарта чешских президентов, Гитлер произнес к ним приветственную речь, обещая своим воякам, что Прага навсегда останется сердцем тысячелетнего рейха. Гитлер поставил протектором имперским своего самого верного человека и верного ученика нацистской идеологии Рейнхарда Гейдриха. Это был человек, который абсолютно соответствовал идеалу нациста нового поколения. Характер нордический, отличный семьянин, вояка, спортсмен, человек абсолютной жестокости. Это был человек, который вложил самый заметный вклад в теорию и практику окончательного решения еврейского вопроса. Чехословацкое правительство в изгнании решило нанести зверю удар в самое сердце, выбрав в качестве возможной жертвы покушения именно Рейнхарда Гейдриха. Действительно, 27 мая 1942 года, когда имперский протектор проезжал на Пражский град из своей летней резиденции загородной, оказался на пути следования машины чехословацкий военнослужащий, который попытался произвести из небольшого автомата серию выстрелов. Но, как это бывает в таких ситуациях, иногда пулю заклинило в дуле, выстрела не произошло. И водитель машины, сам и охранник к тому же, и Рейнхард Гейдрих попытались, естественно, встать и попытаться отстреливаться от нападавших. Второй, находившийся рядом товарищ стрелявшего, видя это, бросил в машину гранату, но тоже не попал. Попал недалеко от заднего колеса автомобиля. Тем не менее, осколки поразили имперского протектора. Он получил многочисленные ранения. Несколько дней он был в больнице, где ему произвели операцию селезенки. После этого он все-таки от отравления общего крови скончался. Немцы восприняли это как настоящую национальную трагедию. И главное, пал миф об их неуязвимости. В месте, где произошло покушение, через год после убийства, нацисты поставили памятник Гейдриху. И он простоял до конца войны. В конце войны он, естественно, после освобождения Праги был снесен. Но прошло
еще много лет, прежде чем на этом месте поставили памятник тем, кто покушался на Гейдриха, чешским парашютистам. В коммунистические времена ничто не напоминало об их подвиге практически, потому что коммунисты не любили историю с Гейдрихом, считая ее контрпродуктивной, потому что она была организована не ими, не коммунистами из Москвы, а лондонским буржуазным правительством в изгнании президента Бенеша. Лишь в посткоммунистические времена, после бархатной революции, здесь был организован музей, весьма посещаемый, поскольку сама история из ряда вон выходящая. Здесь стоят бюсты парашютистов, здесь выставлены фотографии их, и есть текст присяги, которую они все давали и которой они остались до конца верны. Это программа «Настоящее время». Вновь слово в Вашингтон. Наташа. В Нью-Йорке завершает свою работу 14-й ежегодный кинофестиваль «Трайбека». На нем было представлено более 100 фильмов со всего мира. Одна из картин фестиваля – документальная работа «Автоклуб Гавана» о современной Кубе, ее жителях и о том, как меняется эта страна. Создателями фильма и его главными героями встретилась Виктория Купченецкая. Кинофестиваль «Трайбека», конечно, не может сравниться по размаху с Каннским кинофестивалем. Но свою порцию гламура он все же получает. Красная дорожка, папарацци, но не только. Фестиваль был создан Робертом Де Ниро сразу после терактов 11 сентября 2001 года. Уже 14 лет на фестиваль со всего мира привозят самые актуальные истории. Фильм «Автоклуб Гавана» о жизни на социалистической Кубе и об одной страсти, которую разделяют некоторые ее жители. Одна из главных тем нашего фильма – кубинцы понимают надежду не так, как американцы. Испанское слово «надежда» – «esperar» – также означает «ждать». Этим мне очень нравится кубинская культура. Кубинцы умеют ждать, они терпеливы, они верят, что у них получится. На Кубе автогонки – вид спорта, связанный с политикой. В 1958 году, во время Гран-при в Гаване, революционеры Фиделя Кастро похитили гонщика Хуана Мануэля Фанхио, который стал публичным защитником революции. Потом автогонки на Кубе запретили, как элитный и опасный вид спорта. Этот фильм о группе кубинских энтузиастов и об их попытках возродить вид спорта и провести первые за много лет автогонки на Кубе. Большинство кубинцев, с которыми я познакомился, любят американскую культуру. Им нравятся американцы, которые приезжают на Кубу. Многие не любят наше правительство, но ведь и многие американцы тоже не любили Джорджа Буша. Мне кажется, что кубинцы приветствуют потепление отношений с Америкой, но при этом гордятся своей революцией и хотят оставаться самими собой. Фильм снимался более 5 лет, и документалистам нужно было получить разрешение на съемки у кубинских властей. Пытались ли власти цензурировать содержание фильма? Абсолютно не пытались. Мы тоже сначала думали, что за нами будут следить и нас будут контролировать. Однако ничего такого не было. У нас был местный кубинский продюсер, и он нам очень помогал. И в организации съемок, и в нашем сближении с главными героями. Но совершенно никакой цензуры не было. После более чем 50 лет эмбарго в США существует мнение, что Куба остановилась во времени и в своем развитии. Создатели фильма не согласны. Они увидели Кубу как динамичное, быстро развивающееся общество. Один из главных и самых колоритных героев фильма – Аманда Лоренцо Мунет Родригес по прозвищу Пити. Он с детства обожает гонки. Еще когда был маленьким, гонял на велосипеде, а потом купил себе Форд, который обожает. Нужно поблагодарить Обаму и наше правительство за то, что наши страны теперь сблизятся. Это должно было случиться уже давно. Между нашими народами всегда была особая теплота. Я сам обожаю американские спортивные машины. Они совсем по-особому разгоняются, а у мотора особый звук. Этот звук наполняет меня энергией. После интервью Пити фотографировался с корреспондентом «Голоса Америки», показав тем самым, что жители Кубы и жители США вполне могут конструктивно общаться. Виктория Купченецкая, Сергей Гусев. Специально для «Настоящего времени» из Нью-Йорка.
Самые счастливые люди живут в Швейцарии. Это показывают результаты исследования, проведенного в 158 странах. Именно в Швейцарии самые высокие показатели продолжительности жизни, благосостояния и уровня безопасности. За швейцарцами далее следуют исландцы, датчане и норвежцы. Американцы на 15-й строчке. Молдова занимает 52-ю позицию, на 12 пунктов опережая Россию. Украину счастье меры определили на 111 место, Грузию на 130, Беларуси отвели 59-ю строчку. Замыкают рейтинг жители Бенина и Руанды. И на этом все. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время я Сергей Дорофеев. Благодарим коллег в Вашингтоне. Всего доброго и до свидания.